У меня была фраза моя любимая, это «Пелагея, вы, конечно, очень красивая, но я выбираю Билана». «Пелагея, ты, конечно, очень красивая, но я выбираю Билана». Провал. Ярослава, вы тоже очень красивая, я бы тоже Билана выбрала. Когда я пошла, узнала, кто там из наставников будет, я очень хотела пойти либо к Пелагее, либо к Билану, честно, вот. Но Билан, как бы, когда я была маленькая, у меня мама очень любила слушать Диму Билана. И вот это каждый раз. Вот она меня со школы забирает, в садик везет, что-то, я не знаю, куда-то мы идем, дома сидим, везде песни Димы Билана. И вот, когда он ко мне повернулся, я улыбнулась, я была очень счастлива. Я поняла, что все-таки именно к нему я хочу. Это Саша Про.